Подиум сегодня открыт не только для высоких и стройных. Модную одежду демонстрируют и взрослые, и дети. В нашем случае это воспитанники специальной коррекционной школы 127. Год усердных репетиций, и вот на подиуме коллекции школьной формы и вечерних платьев. Дефиле, конечно, это такая точка проекта. Самое главное, что дети, которые в течение года занимались, они поняли и почувствовали умение быть красивыми самим. За время проекта девушки узнали, как правильно ухаживать за кожей, делать макияж и прически. Основным предметом, конечно, была подготовка общефизическая. Мы ставили спину, осанку, ставили шаг. И вот в завершении мы сделали дефиле. И девочки, надо понимать, что некоторые девочки не видят совсем, некоторые девочки с очень маленьким процентом зрения. Тем не менее, когда они репетировали, зрители были удивлены, как так. Кажется, что совершенно обычные девочки, вот настолько они научились собой владеть. Выход на подиум для этих ребят – настоящий подвиг. И в этот день все увидели, какие они красивые и сильные духом.